Вот так вот сделаем. Так, что за гаджет на iPad стоит? А это Ben Condolson, специальная такая, как называется, рация, по-моему. Рация, говорю. Доп-станция, в нее вставляешь, и звук там лучше становится. Ну, прикольно, да. Так, говно 007. Серега, с кем следующий бой? Да хорош вам с этими боями, надо что-нибудь другое искать, выдумывать. Хотя, ребят, смотрите, эту тему подхватили Рака Макафоб, жобыватели. Смотрю, уже видосик там такой, типа, записали. Блогеры в клетке, типа, 2 месяца на подготовку, будут бои. То есть, смотрите-ка, да, миллионные каналы подхватили идею Сергея Симонова, вот так вот. Так что эта тема интересная, да. Да, где мои годы, да, как говорится. Был бы чуть помоложе, можно было бы и дальше там с этими боями. Да, Серега, я так расстроился, что ты проиграл. Да не расстраивайся ты, все это фигня. Ты красава, пофиг, что проиграл. Ребят, чего вы так переживаете? Шилова уронили. Он получил, я получил, мы ситуацию обнулили, разошлись, разбежались, все, короче, нормально все. Тренды задаешь, Серега, тренды задаешь, да, согласен. Теперь он весь YouTube гремит, короче, да, каждый ролик в топ попадает. Нормально, нормально, тема с боями зашла, 100%. Наебаш Эрика. Эрика можно, можно, вызывайте, давайте Эрика, давайте, за мной пусть побьется, без проблем. Погоняем его, погоняем. Да, Серега, не переживай, все окей будет. Да, все нормалек, ребят, футбол будешь смотреть сегодня. Посмотрим, нога болит, да. Сегодня, кстати, записался еще к врачу, поеду к независимому, короче. Ну, решил еще к одному съездить, посмотреть, все-таки колено припухло. Че с ногой? Да припухло, блин, нога че. С кем был тяжелый бой? Ребят, а вот, кстати, реально, самый тяжелый бой был, конечно, с Михалычем. И последствия, и зашивали там, все это видели в перископе у меня. По факту, да. Самый сложный бой был с Михалычем. Как бы то вот не было, да? Вот, это правда. Да главное, что целый. Да, все правильно. Какие планы на сегодня? Ну, вот сейчас я приехал, там тоже был, по делам ездил. В 6 часов к врачу мне надо будет ехать. Да. Шилов. Че? Не знаю, ребят, хочу еще раз к врачу съездить, посмотреть, пусть там, ну, сделают снимок, еще раз пропальпируют все дела там, короче, сделают. Что с ногой? Ну, вроде как разрыв связок или растяжение связок. Я так и не понял, короче. Возьми нас к врачу. Да ну, зачем? Ничего, не в таких переделках были. Нормально. Бицуху? Да не, бицуху особо не качаю. Ну, в принципе, да, вы знаете, вот на самом деле главное себя держать в форме. Вот просто реально, вот скажу вам, держать себя в форме. Если там есть какая-то несправедливость, чтобы вы могли постоять за себя. Вот и все. Постояли за себя, отстояли честь, там, свою, своей семьи, там, все. Этого достаточно, ребята. Будьте смелее. За что Twitch забанили? Ну, забанили вот именно из-за бокса, когда я бэквист провел, и Шилов упал плашмя. То есть, это как бы они рассчитали, как это, ну, насилие там, или как, не знаю. Но сказали, разбанят. А по-твоему, это не насилие? Не, ну, это не насилие, это спортивное мероприятие. Что тогда, можно назвать насилием хоккей тогда? Или что, шахматы? Это тоже насилие. Люди сидят и насилуют свои мозги. Тоже насилие. Бокс это спорт. Так что, что с немагией? Все, с немагией тоже. Все, я обнулил все. Нет смысла дальше продолжать это все. Нет смысла. Переходи на шахматы, точно. Зато у тебя опять дизы пошли. Да мне пофиг, ребят, там на дизы, знаете, всегда было пофиг, если вы не поняли. Все видео в топе Ютуба, поэтому это ни на что не влияет. Не на монетизация, по подпискам, как 1000-2000 в день подписывался, так и подписывают, так что никаких проблем нет. Народ прет, слава идет, так что нормально все. Где Вика? Вика на работе, по делам. Почему у тебя дизлайк? Ну, школота дизлайкает, что? Да, пусть дизлайкает дальше, им нравится, пусть дизлайкает, не проблема. Какой фирмы у тебя телефон? У меня iPhone и Верту, да. Серега, начинай снимать кино, точно. Ты хочешь быть очень популярным. Так я и так уже популярный, куда уже больше-то, блин, ну. И так все узнают уже, на машинах бибикают, едут, блин. Да, подписка твоя, накрутка. Ну, это ты так считаешь, окей. Давай эксклюзивчик, какие следующие ближайшие видео. Ну, вот сейчас к Питеру готовлюсь, к встрече. Кнопочка. Это кнопка Ютуба, это за 100 тысяч подписчиков. Я думаю, скоро 500 000 с вами отметим подписчиков. А там уже, глядишь, и 1 000 000 не за горами. Вот. Замерь кнопку, кстати. Да, ребят, да что замерять-то?
Вот это вот кнопочка, да. О. Да, прикольно. Шилов на нее уложил. Ну, это его дело. Так, Михалыч на тебя обиделся. Да разобрались мы с Михалычем, все нормально. Он вчера был у нас в гостях в Зело. Кстати, у нас много разных блогеров заходит из Америки, в том числе. Заходите. Ларин ее к туалету прицепил. Ну, у кого как. У меня висит вот над рабочим кабинетом, мне нравится. А, да. Жалко, что ты проиграл Шилову. Ребят, мы разобрались на ринге по-мужски. Все, я ему вмазал там, бэквист провел, он лег на ринге, да. Он мне вмазал по колену, я теперь еще не знаю, чем там, с чем это все закончится, да. Так что нормально все, по-мужски разобрались, все. Самый лучший бой с Михалычем был. Но по экшену, по драматургии, что ли, да, я тоже считаю, что с Михалычем бой самый такой вот, ну, самый такой вот зрелищный, что ли, был. Вот, кстати, ребят, напишите, какой самый бой зрелищный был? Вот мне кажется, с Михалычем. Потому что с Печерским был просто затянут, уже все ходили по рингу, это реально, ну, пипец был какой-то. Я считаю, первый был, ну, с Немагией, ну, не знаю, Пантелейкин. Мне тоже кажется, что с Михалычем самый классный. И кровь была, и скорая была, эмоции были. А что с Немагией? С Немагией ничего не было вообще. Ни крови не было, ни хрена не было. Ну, Михалыч, Миха с Шиловым, ну, с Шиловым, я бы тоже не сказал, что с Шиловым. Ну, с Шиловым, да, там был вот этот вот бэквист там, ну, да, нокдаун был, да. Мы после боя накидались горе в хлам. Ребят, я вас понимаю, я серьезно говорю, я сам от себя не ожидал, то, что вот с коленом такая херня получится. Ну, реально подвел. Я подвел вас, ребят, я серьезно говорю, я вас подвел. Подвел. Да, по отчеству Евгеньевича. А когда на работу пойдешь? Ребята, а я уже наработался. У меня все нормально. С родителями как отношения? Ну, нормальные отношения, что? Популярность семья должна быть порознь. Совершенно верно, да. А что вы кофе-то не пьете? Кто-нибудь пьет вот кофе сейчас, смотрит трансляцию, кто-нибудь пьет кофе или чай? Вот честно, признайтесь. Я вот пью. Да, чай, чай. Я пью чай. Нет, нет, да. А кофе кто-нибудь пьет, суп кто-то пьет. Колу пьет, курицу ел. Окей, что еще делаете? Кофе, кофе, чай. Но все-таки чай, я смотрю, вы больше любите. Чаек вы больше любите, уже заметил, да. Коньяк с тортом. Прикольно. Хорошо тебе там, весело, блин. Я кофа. Правильно, я тоже кофа люблю. Сколько у тебя бицепс? Да хрен знает, ребят. Утром кофе. Отожги, скучно. Да, ребят, чё отжигать, блин? Я уже так отжегся, блин, что вот на ногу наступить не могу, блин. Отжигалка, блин, зажигалка. Отрасти волосы. А вы, кстати, зря думаете, у меня вот эти волосы наверху, они очень длинные, они вот докуда доходят. Я вчера был в барбе. Вчера был в барбе. И, ну, у меня там этот мастер мне сказал, он говорит, если вот не укладывать гелем, то они реально длинные. Ну, как так, ну, нормально уже длинные, короче. Пока просто так хожу с гелем. Мне так нравится больше. Не знаю. Зажигалка сломалась. Ну, пока не сломалась, пока работает, но уже старенькая зипа.